Вы слышите? Вы слышите эти чудесные ноты, замечательная погода. Наконец-то весна нас радует своим приходом. Я сегодня нахожусь в городе Видное и снимаю для вас обзор Пальмира Гарден Спа. Это отель, который находится в Подмосковье, в южной его части. Также расскажу сегодня про ресторан «Семейные традиции». Он достаточно популярен, он пользуется спросом у молодоженов, у пара людей, которые проводят свои праздники здесь, в Подмосковье. И еще одна новая, совершенно свежая открывшаяся площадка тоже сегодня попадет к нам в обзор. Всего в 4 километрах от шумного мегаполиса, среди зелени подмосковного леса, на территории исторического усадебного комплекса Тимохова-Саласкина расположился загородный отель «Пальмира Гарден Hotel and Spa». Инфраструктура усадебного комплекса организована на базе отреставрированных исторических объектов культурного наследия и включает в себя семейный ресторан, кафе-кондитерскую, большую игровую комнату и детскую площадку, а также разнообразные активности для детей и взрослых в любое время года. Одна из площадок, на которых вы можете организовать и провести свой праздник, это ресторан «Семейные традиции». Стильный, современный, классический интерьер, красивая рассадка, вместительность до 80 персон. Двухэтажное здание, на первом этаже большой зал, на втором этаже малый зал. Гости двух залов могут пересечься в общей зоне, где находится уборная комната, water closet, где находится гардероб и детская комната. В каждом из этих залов отсутствует арендная стоимость. Все залы работают по системе депозит. Это та сумма, на которую вам нужно выбрать блюда и напитки по меню и винной карте. На втором этаже в малом зале установлена караоке-система. Ее вы можете забронировать дополнительно. Здесь комфортно, на мой взгляд, можно рассадить где-то 20-25 человек банкетной рассадкой. И где-то порядка 30-35 человек в формате фуршета удастся здесь расположить. А вот еще одна площадка, это зал-конюшня, он вытянутой формы. На мой взгляд, удачно, с одной стороны, можно рассадить 40 гостей европейской рассадкой, а с другой стороны этого зала, мне кажется, стоит оставить место для дискотеки, для фотозоны, для каких-то активностей. Как вы уже успели заметить, на территории исторического усадебного комплекса Тимохова-Саласкина есть несколько мест, где вы можете организовать и провести ваши мероприятия. Я вам сегодня покажу все из них. И на экране вы видите крышу, на которой также может состояться ваш праздник. Летом, как только станет немножко теплее, здесь на крыше можно будет увидеть удобные столики, места, где вы можете поужинать со своей второй половинкой. Вот, например, в этом иглу-баре можно провести вечер с семьей до 6-7 человек, посидеть, поужинать, пообщаться. Ну а если у вас крупное мероприятие, то Пальмира Гарден предлагает вам высокотехнологичный и просторный конгресс-холл, расположенный на втором этаже отеля, который позволяет вместить до 300 человек. Основной зал легко трансформируется в 3 отдельные самостоятельные ивент-площадки, а наличие 2 дополнительных залов позволяет проводить мероприятия на высшем уровне. Добро пожаловать в СПА-Гарден – концептуальный центр с комплексом банных культур, спа-зоной, бассейном и фитнес-залом. Проект собрал воедино уникальные в своем роде оздоровительные ритуалы и СПА-композиции, направленные на восстановление сил и восполнение ресурсов, детоксикацию и тонизирование, очищение и омоложение организма. В акватермальном комплексе СПА-Гарден все продумано для вашего комфорта. Бассейн с подогревом, гидромассаж, джакузи, детская зона, пространство фотария и подводный вакуумный массаж акваторнадо. Удобные шезлонги, финская сауна, полезный фитобар и уникальная площадка СПА-террас. Открытая терраса для отдыха и релакса. Начните утро с водных процедур, получив заряд энергии и бодрости на целый день, и позвольте себе окунуться в атмосферу релакса после насыщенного дня. Номерной фонд отеля Пальмира Гарден представлен 144 номерами 3 категорий – стандарт, полулюкс и люкс. Каждый из них создавался с особым трепетом, теплотой и заботой о вашем отдыхе. Здесь есть все, чтобы вы могли сосредоточиться на главном и насладиться комфортом.
Во всех номерах для вашего отдыха просторная двуспальная кровать, зона отдыха с широкоформатным LSD-телевизором и возможностью приготовления ароматного кофе и чая, современная система кондиционирования, мини-бар с широким выбором закусок и напитков, а также набор банных и косметических принадлежностей премиум-класса. Площадь стандартных номеров 18 квадратных метров, полулюксов 24 квадратных метра и у люкса 37 квадратных метров. Ресторан «Салазкин» – любимое место гостей отеля. Традиции гостеприимства здесь открываются новыми гранями. Свежо, изысканно, нетривиально. Блюда европейской и русской кухонь, приготовленные на дровяной печи от талантливого шеф-повара. Карта благородных вин, детское меню и специальные сезонные истории приятно удивят самых взыскательных гурманов. Площадь ресторана – 240 квадратных метров, посадочных мест – 126. Именно здесь мы пробовали и дегустировали завтрак в формате шведский стол, который входит в стоимость каждого номера. На этом наша обзорная экскурсия по отелю Palmira Garden Spa подходит к концу. Мне было приятно рассказать вам и познакомить вас с этим замечательным местом в городе Видное. Меня зовут Валентина Ковердяева. Давайте дружить, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До встречи!